Здорово, чуваки, с вами Заспа, и в сегодняшнем видеоролике мы проверим, правда ли Case Battle является самым окупным, самым таким распиаренным сайтом в 2024 году, пацаны. Спойлер есть, и в конце, ну ближе к середине видеоролика, мы перейдем на тот сайт. Короче, пацаны, по 1000 рублей на сегодня мой батл, закину косарик на Case Battle и 1000 еще на кое-какой сайте, который вы узнаете чуть позже. Короче, давайте не будем тянуть косарик. Косарик, депчик у нас, косарик. Выведено в Steam 40 тысяч, ну короче, парни, Case Battle вообще люто сливает. 1000 на 20-30, хотя нет. 1050 было до этого, минуса, и сейчас еще, наверное, когда начал снимать ролики по Case Battle, 1010 уже съела. Короче, пацаны, давайте не будем долго тянуть. Let's get it. Косарик, у нас депозит. Давайте начнем с бесплаток, наверное. Я не знаю, как честно крутить, тут будут прям на рандом. Если знаете какие-то тактики, можете писать. За самые хорошие тактики, которые реально что-то стоят, что-то окупают, буду подавать денежки. Если реально у вас какие-то есть тактики, буду реально оплачивать их, если, ну, будет хоть как-то окупаться. Погнали, короче, я не знаю, честно, как открывать какие-то тактики, апгрейды делать, посмотреть какой-то потолок. Через контракт и 213 рублей. Ну, как по мне, это такая дрочь, кто в это верит реально на самом деле, что есть какие-то тактики, какие-то алгоритмы. Это все просто рандом. Ну, вернее, не рандом, а алгоритм сайта. 67 рублей. Окей, let's get it. Ты никак тут повлиять не можешь, поверьте мне. Никакие тактики, там, не знаю, два раза подпрыгни, три раза прыгай кукарекой, блядь, открой два раза кейс, тебе выпадет МК за 500 рублей. Да не, ну это бред на самом деле, я в такое вообще не верю. Никогда не верю и верить не собираюсь. Наклейка за 50 рублей, гоу. Чисто в хаотичном порядке открываем кейсики, потому что я не знаю, какие выдают, какие не выдают. Да на самом деле тут один тоже, мне кажется, процент окупа на каждом кейсе. Нет такого кейса, который вот сейчас фулбай открываем, и тут сейчас падает пантера онка за 11 тысяч, потом за 189 рублей такой же кейс открываю, какой-то другой, ну вернее, падает за 30 рублей, да, что-то. Тут такого точно нет. Просто рандомчик. Ну, как нам заявляет Case Battle. Три раза давайте откроем детектив Пикачу. Блин, пожалуйста, Case Battle, поставь что-то вкусненькое сегодня. Дай мне что-то забрать тысяч на, ну, на 20. Вот реально, на 20-ку даешь забирать, будет прям реальный гандемчик. У нас 324 рублей. 324 рублей. Предлагаю открыть что-то такое прям на всю котлетину. Хотите? Наклейки XL Box. Такое себе. Ну, что тут можно открыть? Вот. Ой, блин. Прям даже не знаю. Я прям, ну вот захожу когда на Case Battle, я знаю, что сегодня 100% проиграю свои деньги. Поэтому уже равнодушно отношусь к этому сайту на самом-то деле. Что открыть? Что открыть? Что вообще можно на нем? Это параша открыть. Ну реально. Давайте 225 рублей, поехали. Подтвержденное убийство, пожалуйста, за трешечку. Снежный вихрь. Ну зачем они тут есть? Ну что это? 507 рублей? Что, блядь? Это говно стоит 507 рублей? Case Battle окупать начал? 109 рублей, ого. На сколько? На 1800. Контракт, го контракты. Так. И вот так вот. Что получается? Добавляем балансом. 392 рубля сумма контракта до 1600. Ну, в принципе, 1800. Может быть, может рискнуть и попробовать прям реально просто запихать свой контракт? Да, нет, вот так вот сделать чисто, что? Смотри. А ну реально, 1800, давайте за... 1900 до 8 косарей. Погнали. 1900. Просто косарь на ровном месте сожрал. Охереть. Вы видели эту херню? Не, Case Battle меня вообще не любит максимально. По ощущениям, меня Case Battle вообще не любит. Ну, давай чисто докрутим. Он сейчас просто в нули нас льет. Мясника за 500 рублей долбанем. Выпадет, конечно же, предатель за копейки, да? А, ну ладно, 700 рублей, хорошо. 1000 рублей на балике есть, те же самые. Ну, я не знаю, пацаны. Ну, пиздец, ну как так можно слить в X2 тупо? Тупо в X2 слить. Охереть. Просто X2 побрил. Ужас. Вот это сайт. Вот это, конечно, шансы. 150. 200 рублей. Спасибо тебе большое, сайтик. Вот любимый мой кейс на кейсбах. Блять, на кейсбатле был капсулки, его и то недоступен. Он 178 рублей. Давайте два таких кейса. Пирожок с вишней. Пирожок с членом, походу. Да, пиздец. Case Battle, блядь, за лупа коня, ёпта. Давай, Харлик, мне 600 рублей. Перчаточки, может быть, за такой не очень приятный слив в апгрейдике. Нет, это будет говна из жопы за 150 рублей. С кейса за 6 соток, алло. Case Battle. Честные шансы. Честная проверка, кейс Бутли. 72. Ну, понятно, ладно, понятно. Давай сделаем контракт. 500 рублей. Да. И это будет 200 рублей, блядь. Case Battle, ну ты пиздец даешь, конечно, на самом деле. У меня реально нет слов уже с этим сайтом опущенным. Безров это опущенный сайт. Пиздец. Долбоебики кидают скрины. Потом с 10 рублей, блядь, себе квартиру подняли на Case Battle. Боже, какой пиздеж просто.
Какая-то параша. Кислотный градиент за 72 рубля. Спасибо. Спасибо. 84 рубеус. 84 рубеус. Сильно. Сильно. Это вкусно. Это кейс батл. Честные шансы. Бля, фу, дайте я уже быстрее пойду на нормальный сет, я вас умоляю, бля. Сейчас докручу это копейки. Это пиздец, вообще просто пиздец, парни. Никогда не открывайте на это параши. Никогда просто в своей жизни не открывайте на это помойки. Это просто деньги им никуда. Я вам без рофла говорю, если вам хотите проебать деньги, лучше... Не знаю, что сделать, блядь. Лучше просто их выпизнуть в окно с таким же, блядь, удовольствием, как и на кейс батл задепаться. Ну, что это за помойка? Блядь, дай мне поставить мои кровные... Пиздец, что ты лагаешь такое, ёбище? Боже, блядь, не, парни. Я отказываюсь верить, что это такая помойка, а не сайт. Сколько я депаю уже, сколько я депаю? Ну, реально, серьезно, сколько роликов снято уже? Ноль вывода, ноль депозита. Ой, ноль этого... ну да, вывода скинов. Ноль, просто ноль. Просто ноль. А как? Как люди выводят? Я без рофа не понимаю. Ой, блядь. Как люди выводят? Я без рофа не понимаю, честно говоря. Это же бред какой-то. Как можно вывести с этой помойки хоть рубль? 7 рублей? 7% давай. Ты сейчас просто обязан зайти. В прошлом видосе мне ни один грейд не зашел. Ну и в этом тоже. Не, пацаны. Как он с контракта дает мне 500 рублей? Или сколько там? 800, да? Вот это вот. Вот этот вот крафт. На 2000 было засунуто. Он дал мне минималку ебаную. Представьте. Конченый сайт, короче. Ладно, погнали. На нормальный сайт зайдем. Ух, чувачки, наконец-то мы ушли с этой параши кейс батл санова. Переходим, конечно же, на вандер кейс, пацаны. Наконец-то прям вот. Фух, 1250 рублей на балансе, пацаны. Пополнялся со своим личным промокодиком, который дал 25% пополнения баланса ЗАСПа, как название моего канала. Также ссылочку на сайт и мой промокодик найдете в первом закрепленном комментарии. Переходите, там регайтесь, 25% сверху дается. Также, чувачки, за первую регистрацию вы получаете кейс бесплатно за регистрацию, в которой находятся перчатки. Вот у меня получено, у вас будет кнопочка «Получить», вот прям главный баннер. Открывайте сайт, сразу главный баннер. Просто за регистрацию, без всяких депозитов. Нажал, получил скин, сразу вывел. Без всяких отыгрышей, депозитов и всякой прочей параши. Вандер кейс в этом реально плюсик, вайбик. Также, чуваки, бесплатные кейсы. Давайте начнем с них, наверное, будем открывать. Этот кейс дается за 100 рублей депозита на баланс. И падает нам с него револьвер R8 Nitro. За 5 рубликов. Нормально, на халявку 5 рубликов пойдет гадемчик. 500 рублей. 500 рублей депоти вам даются и тот за 100, и этот за 500. Два кейса получается на халяву. Уже, смотри, 40 рублей на халяву, там даже 50. 50 рублей на халяву. И последний бесплатный кейс, который дается от 1000 рублей депозита на баланс. Нуар думал, ну, 100 рублей сверху, а что, не бабки? И смотри, сейчас просто как показываю. 90 рублей, сейчас показываю. 1000 рублей падает, это мне? Ну, 54, ладно. Подуменьшу. Окей. 1300 рублей на балансике. Весенний, нет. Масленица. Дима Масленица, давайте Дима Масленица откроем. Бамбуковые заросли. Tech 9. 402 рубля, кстати. 402 рубля с кейса за сколько? За 189. Давай еще раз, хорошо. X2 окуп есть, можно поесть. Императричка, пожалуйста, блядь. Пищевая цепь, сколько ты стоишь? 138, хорошо. Давай, пожалуйста, поставь что-то вкусненькое. Револьвер. Ой-ой-ой-ой-ой, какой калич. Сколько ты стоишь? Ну, 100 рублей минус, окей. Давайте прямо этот кейс на весь баланс прокрутим, посмотрим, что кого, что никого. Пожалуйста. Темная филигрань, это что вообще? В принципе, только не долбоебик. Это дротик, ладно. Ладно, надо выходить. Давайте выйдем. Так, давайте попробуем сделать апгрейдик сразу. Давайте вот так вот словно 1500 рублей сделаем. 1500 рублей давайте. Давайте вот такую эмочку на унуар. 50% ровно, пожалуйста. Стой. Отлично. Хорошо, полторушечка есть, можно поесть. Хорошо. 359 рублей на балансе у нас имеется. Давайте что-то откроем хорошее. Что-то хорошее надо. Тойоту. Давайте Тойоту, парни. Тойота. Камри 3.5. Апельсиновая чмошница? А, нет. Синяя трещина. Нормально. Почем? 150. Ладно. Не прям нормально, но окей. Сомнительно, но окей. Два раза. Быстро. Бетс. И контрагуляйшн. Контрагуляйшн. Давай самое зашкварное вот так вот запихиваем сюда. И вот так вот. 329 рублей. До 1000 рублей может выпасть нам что-то. И это будет 138. Угу. Ладно. Ладно. Продадим все. Продаем. Итого получается у нас 2200. 1000 рублей начинали. В принципе, почему бы и нет. Let's Gear продолжать. 2200 на балансе. Биток.
Биточек или что откроем? Давайте подумаем с вами, что можно такого прям посидеть, покрутить. В Вантерке есть 790 рублей, давай попробуем его открыть. Может быть, именно с этого кейса нам что-то древний ритуал. Ну, это как выглядит, как дешевая херня за рубль, но может быть... За 510, ладно, хорошо. Ладно, 790, поехали. 790. Выстрел в голову, подожди, это что дорого-то? Это сколько? А... Чё, блядь? Чего? А, ладно. Ну, блядь, что? А почему он такой дешевый? 1000. А почему он такой дешевый? 750 рублей? Что, блядь? 1300. 1900 на балике. Тихо. Это апгрейд у нас. Это апгрейд на 4 рубля. Чувачки, хорошо, ладно. Так, угу. Поток информейшн, 43%, добавляем баланс, давай. До 50, вот так вот, давай, 300 рублей, поехали. Пожалуйста. Хорошо. Отлично, парни, есть дигл. 1500 на балике сверху. Хорошо, 1500 у нас еще на балансе с вами есть, предлагаю прям ауином один кейс открыть, чтобы забрать как можно больше, пацаны. С косаря, вот, ну кейс батл так может, ну серьезно, пацаны, кейс батл так никогда в жизни не сможет, это помойка просто конкретная. И еще поверх закалка. Или пере... А, окей, поверх закалка. Сколько ты стоишь? 1200, блин. Можешь продать еще раз? Давай еще раз. 1390 мы потратили, в минус ушли. Может быть, сейчас в плюс даст. Радиационная опасность, кстати. Она должна хорошо стоить, да? Трешка. Ух. 3-4-7 тысяч рублей с косаря, парни. С косаря. Напомните, пожалуйста, а с кейсбатов с 1000 рублей что я сделал? А, да, пососал. Точно. А тут 7000 рублей просто на вывод ставится. Блять, это бред. Так, давайте 88 рублей. Да, открываем и будем закругляться, получается. Быстро, 4 штучки. Отлично. Все, чуваки, это просто пиздец. Смотрите. Это просто ужас. 7000 рублей. Все, пацаны, короче, это просто жесть. Ссылочку на сайт, мой личный промокодик найдите в первом закрепленном комментарии. Сами видели, что КБ просто был сегодня опять обоссан, а Вандеркейс выдал 7 косарей, пацаны. Выводы делайте сами. До скорых встреч, с вами был Заспа, и всем пока-пока.